массовое ДТП произошло сегодня в Тюмени в районе пересечения улиц 30 лет Победы и Мельника. И серьезно пострадал 28-летний мужчина. С тяжелыми травмами его доставили в больницу. Кроме того, легкие повреждения получили два пассажира автомобиля Hyundai. Мужчина и женщина, как рассказали в ГИБДД, столкнулись Hyundai, Deo и Lada Granta. По предварительным данным, около 8 часов утра на улице 30 лет Победы водитель «Лады Гранты» не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Hyundai Solaris». От удара из автомобиля «Лада» на проезжую часть выбросило пассажира, на которого наехал двигавшийся в попутном направлении автомобиль «BMW». Спустя некоторое время в стоящее авто врезалось Deo. Обстоятельства выясняются. В минувшие выходные пострадал 82-летний мужчина. На пересечении улиц Газовиков и проезда Заречного водитель автомобиля «Лада Веста» сбил пенсионера. По предварительным данным, пешеход переходил проезжую часть на красный свет. В результате он получил травму головы.